Чего так много травм? Очень интересная история от Матвея. У меня розочка. Не могу, да? Здорово, ребята! Это видео получилось достаточно уникальным, ведь в одном месте смогли встретиться лучшие стритлифтеры новой школы. Звучит нескромно, но по факту так и есть. Порядок следующих кадров будет следующий. Сначала мы поехали в Ярославль на соревнования Street Games, которые организовывает человек по имени Олег, делает, насколько я знаю, это на собственные ресурсы, за что ему огромное уважение и спасибо. Там мы встретились со всеми остальными, после чего поехали ко мне в храм силы. Потусили у меня, поспали, поели, побесились, потренировались, поели жирного шашлыка, после которого все обосрались. Важное уточнение, я не ел шашлык, я не обосрался. Потом мы поехали в Москву, в гости к Матвею, Вене, Андрею. Посетили лучший стритлифтинг зал Москвы, You Can Gym. Собственно, множество кадров было заснято. Еще больше кадров не было заснято, потому что хотелось переживать момент происходящего без видеокамер. Ведь больше всего боги не любят вспышек фотокамер, потому что в эти моменты человек не ценит момент происходящего. Собственно, хватит трындеть, погнали. Три машины. Брусья 195, турник 32 на 31. Ну и турник 90. 100 травм за месяц. Воскресенье, тренировка у тебя. Именинник, мать твою, а ну иди сюда, поздравлять тебя буду. Твои лучшие друзья. А чё это какой чай? Сестра разминка. На. Три подхода, глупый смех. Вообще. Качалка, праздник для всех. В руке гантеля. А в другой стероиды. Через месяц стала грудь, как у жены. Вокруг пыхтенье, вокруг пыхтенье. Поднимаем новый вес и переходим на пресс. Ты не идешь на футбол, у тебя приседания вместо дискотеки. У тебя отжимания даже в день рождения. Тренажер с тобой, ой-ой. Глюкоза и протеин. Вместо питания тренируешь трицепс. Вместо свидания, свидания. В день рождения свой. На-на. В день рождения свой. После проходочки царский ужин. Царский ужин, надо топить. Терияки, чечевица, тут салат из яйца, индейка. Мама наготовила вкуснятину.
Чего, Фроська? Гости приехали. Довольный. Фросечка уже мясо приметил. Ты что такой дрич? Я? Да. Меня Матвей... Я все понял, а ты что такой жирный? Да я и всю его еду ем. Что так много травм? Брусья Овенина, 110. Жаль, запас не реализован, ему бы остался. Руслан, а ты что, занял первое место, да? Не первое место. Занимает сильнейший сегодня в Григории. Неоспоримо. Атака в Руслан. Хорош! Как в итоге там у вас? Блин, там сваруба была, конечно, жесткая. Нет, там конкуренция очень сильная. Ну, расскажи про брусья, которые ты разъебал в конце. Брусья сделал больше, чем Федя. Сделал вторым подходом 40. 6 раз, ну и в итоге... Это не игра, это не игра, да? Зашибись. Охуенно. А это вот судья. Он помог победить. Сговор, сговор. А вы что думали, там это все проплачено? Да, да, все проплачено. Призовые поделили, да? Все зашибись. Стой, не тяни. Очень интересная история от Матвея. Андрюх, когда тебе отдуваться? Так, ну, тренили мы как-то с Веней. Рвалочечко? О, а какой поворот! А? Рвалочечко? У меня рвалочечко? Да. Не, ну бывало. Вот это поворот! Когда, знаешь, твердо очень поешь, не запьешь водой, и через 3 часа с запором сидишь, короче, на толчке. Это самое жесткое, что было. Угу. Сотка на 25. 25, ну это подольше надо придется тренировать, чем пару месяцев. Сотка на 45. Ух, блин. Ну это дело всей жизни. Это уже геометрическая подольше. Это уже жимлёно. Сотка на 100. Челлендж Вайтэн. Подтягивай.
ребят. Спокойной ночи. Ночи. Андрюх, надо перевернуться. Надо, брат, перевернуться. Надо, брат, перевернуться. Доброе утро. Как разбудить Андрея? Положите ему 15 килограмм, ему захочется тренироваться, и он проснется. Больше взрыв, больше взрыв, больше. Я так привык жить одной тобой, одной тобой. Слышать рассветы, слышать, как проснется не со мной. Вот прям, ну, можно было уже 40, он был убить, но было эпично. Что, куда идем? Мы идем в Цитадель Силы, You Can Gym. Yeah. Вон там разъебывать мою тренировку. Андрюх сегодня тяжелая. Да, тяжелая тренировка. Турник у меня сегодня... Я уже забыл, какой там. 87,5, 2 по 2 фиксации, 92,5. Короче, да, у меня 97,5, 2 по 1 в конце тяжелый. И турник, брусья у меня получается 115, 2 по 2 с паузой, 125, 2 по 2 и 130, 2 по 1. Тяжелый. Надо будет выжить. Ну а я поделаю что-нибудь на кольцах и по обстановке. Mistaken. It's the same old thing.
О, боги, он летит! Ребят, вот так можно тренировать пресс для переднего вида. А это был лечительный подъем. Обычно Артем спит в таком положении. Это привычное для него положение сна. Давень. Передний вид исполнения Артема Широкова. Прям в метро. Воу! Воу! Мощно! Ну давай сразу меня. Андрюха Статикс. Идеально ровно. Это комната Андрюхи. Это цитадель силы Андрю Статикс. Вон турник. Это воркаут шоу, да? Кольца. Резинки. Все пашет. Вон там параллельцы еще лежат. Да. Все. Американский параллельцы. И у Андрюхи кольца висят на карнизе, и он занимается. Очень крепкий карниз. Да, Андрюх? Да, конечно. Сейчас будет выход все на карнизе. Оп. О! Охренеть. Натуре и держит. Угу. Едем в час ночи тренироваться. Я на велосипеде. Парни пешком. Это подопечный здесь Женек у меня. Да, Женя. Сосед Андрея. Пузаты такие дядьки. Это ребята. Ребята, это, короче, главный офис Яндекса, и вот Андрюха рядом живет. А это вот у них. Воркаут-площадка Кенгуру Про. Воркаут-площадка Кенгуру Про. Если бы они платили еще за нами за рекламу. Даже гири есть. По счету. Они на замке, кто-то приходит. А, они чьи-то, да? Чьи-то, да. Я понял, надо болгарку с собой. Не-не-не, не болгарку здесь, подрубиться не к чему. Эти. Артём, у тебя есть зубы. У тебя есть зубы? У меня тоже есть зубы. У тебя вон какие зубы, вообще жесть. Ну, чисто зубы по металлу. Десять повторов изи. Да. Мой чемпион России. Ученик Андрея, да. На изи. Сейчас темик постоит. Первый раз в своей жизни такой темик. На, держи, давай, встану. Давай. Так, ну лучше, наверное, с дивана тогда. Иди постепенно, чтобы не офигеть. Ты просто, на самом деле, просто тебе самое главное продержаться первых 30 секунд. Офигеть. Просто. Сейчас давай прям чуть-чуть расслабься, где ничего не будем говорить. Ощущение как после 3 минут будет. Не, могу слезть, но организм говорит, слезь, дурак, все проткнет. Ну, знаешь, кстати, это весит. Офигеть вообще, слышишь. Ходить больно, фигня. Да, у меня такая же фигня была. Но самое главное, что у тебя в голове ясность есть, типа как... Ну да, ясность, что на такую штуку вставать не надо. Ты сможешь, давай терпи, терпи. Терпи, ты можешь, игнорируй боль. Боль игнорируй, игнорируй. Но подожди, а если я руками на нее встану? Опа. Мощно. Может, он делает это манию? Не, ну можно терпеть, но что-то. Может, с утра попробовать? С утра попробуем, чтобы проснуться. Андрюшечка. Андрюша. Андрюша. Посмотри сюда. Взрывнее, ну что это за фигня? Бушка болит, блядь, вообще. С бодна. Правда, дерги никаких излишних. Вестибуляр, может, проблема. Ну сколько тебе уже лет старости, радость бы. Ну зрячок, блядь. Какой стритлифтинг? Тут бы просыпался без боли, да? Это стритлифтинг, да. Локти уже стреляют. Все уже. Чуть не хватает мне, блядь. Борода сидеет. Анализы никак не ждешь. Кал никак на анализы не принесешь. Кал на анализы? Да. Ну, что там 5-литровый банк стоит. Никак не отнесешь. Ведро, вот говна.
Фига себе, блядь, еще ты ускорился, еще как-то там вообще. Вообще мы какие-то убитые просто, блядь. Мы все ж поспали там, часов 5, наверное, максимум, да. Да, если 4. Андрюх тут еще разбудил звонком своей мамы, у нее там стоит какой-то хардкор, блин. Просто за секунду там адреналин, норадреналин, вообще все, что можно, выделилось. Нихуя себе. Куда бежать, куда бежать? И все, да, блин. Баночку давай, Андрюх. Кого больше? Почти одинаковый, да, примерно? Ну, да. Ты с ракетной ракетой, да? 43. О, побольше, чем мне. А тебя сколько? 40 ракет. Андрей, блядь! Не, ну, может, побольше уже? Да, все, мы поняли, что дри. Хорошо! Андрюх, давай, вставай, следующий. На энтузиазм, да? Энтузиазм. Давай, давай, терпи! Терпи, Андрей! Давай, во! Да, 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 сука! Есть! Ну это больнее, чем кажется, конечно, ребят. Пиздец. Вообще. Я сейчас точно не успею готовить яичницу с бочками. Так, тут одно яйцо. Еще одно яйцо. Еще два яйца. Красный кухня Андрей Старец. Так сколько что там яиц набралось? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 яиц. Отлично. А ты что будешь есть? Трое. Полотенце. Вот. Видите, как Андрюха много зарабатывает, у него такие деньги есть. Андрюх, ты что, у меня тарелку из дома украл? Да. Разновась, ты что, у меня тарелку утащил? Блин, ну темная, мне понравилось, просто я. Ну капец, блин, прикиньте, тарелку урвал. Просто на тот момент денег не было. Я ему кабачки тут давал, он тарелку мне утащил. Ну я могу, в принципе, все помыть. Обратно да все, оставляю, в чем мне не жарко. Давай, брат, давай. Собственно, дамы и господа, можете наблюдать, как я нарезаю сейчас зеленые кабачки кубиком, вот этим красивым кубиком, чтобы сейчас его чуть припустить в кипятке, поварить минуты 3-4, а потом уже смешать с яйцами, и залить на раскаленную сковороду, чтобы получилась пышная яичница. Интересно. Так, сейчас заглянем в холодильник к Андрею, это эксклюзив. Это не мое, это типа хозяев? Да, да, это не его, да. Просто на обзор. А кто здесь живет? Что тут? А это не твое? Не мое. Что это? Кабачок, яйца, в принципе, нет. Больше чего не надо. Хорошо. Так, да. Вообще ничего не надо. Ты же хозяин, может, качки, раз у них тут бары какие-то? Может, они жмут на брусьях больше тебя? 200. Может, у них фиксация хорошая? 200 кг, блин. Да. 27,5. 5 по 6. Давай. И. Тёма, ты как зашел? Хорошо. Впереди еще 4 подхода. Yeah.
была не ошибка, она сделала меня только сильнее. Да. Легко! Хорошо! Хорошо. Давай, будет шесть, будет, давай. Давай, дави. Yeah.